Не могу, не могу больше, не могу больше. Не хочу, нет. Нет. Да, Ярик. Что? Да успокойся ты, ну что же это такое? Ну все же нормально уже. Уже все позади. Да, конечно, все позади. Уже все позади же, ну, ну что ты так? Может, вот именно, это да. Просто показалось тебе. Чё я ты просто так, не серьёзно? Знаю, стресс у тебя или что. Ну, это не столько всего. Всякое. Это не просто кадр. Я видел себя там, я видел Вику там, понимаете? Ну, может, это галлюцинации какие-то, я не знаю. Может, ты столько просто перегрелся всего, да, на стол. Навалилось. Вот ты и не выдержал. Со всеми бывает. Это огромный стресс. Нужно, наверное, чуть-чуть отдохнуть, потому что... Я не знаю, крыша так может реально поехать. Так да, давай. Вот это да. Самолет. Наверное, что делаем? Почему пошли. Так? Так, куда идем? Я не хочу больше никуда идти. Идем, наверное, обратно. Ну, будем дальше, ну, разбираться. Давай. Ну идем. Вот идем, только самолет. Иди потихоньку. Да я не спешу. Вот. Спускайся по водопадику. Ого. Смотри вниз. Смотрите вниз, сундук. Посмотрите. Есть сундук, да. Ладно. Луки. Что там? Луки нашел. Луки и стрелы. Ты забрал? Есть, держите. Да, держите. Давай. Вот тебе один лук. Давай. Тебе один лук. Так, это стрелы. Неплохо. Это неплохо, тебе да? Стрел. Отлично. Тебе стрелы. Сейчас кто-то заберет мои стрелы, уже. Да кто-то... нет, вот держи еще. Так что? А, тут какие-то такие мерзкие. Возьми, руки возьми. Лазят. Возьми, забери, Вик. Забираю. Надеюсь, оно нам не понадобится. Надеюсь. Ну змеи просто здесь змеи, эти букашки всякие. Это же вообще непонятно, где мы. Да, смотрите под ноги, тихо, потому тихо. Что их здесь полным-полно. Вы только скажите, почему до сих пор никто не приехал? Не возможно, знаю. Возможно, еще мало времени прошло. Наверное, где да. Вообще они, наверное, все? Еще ищут. Где вообще все? Что такое? Блин, здесь самолет упал. Огромный, реально серьезное крушение. Самолета и никого? Ты как там? Я вам скажу, что, наверное, было бы неплохо, если бы постоянно кто-то оставался на пляжу возле самолета. Потому что мы так можем упустить каких-то спасателей или тому подобное. Может, сделаем какой-то сигнальный огонь, как вам идея? Ну или так. Да... Вы посмотрите на самолет, а? Ну вы да, посмотрите ты... на самолет. Это вообще огонь номер один. Вика, змея. Во-во-во. Ого! Вик! Вик! Кто? Ты где? А, ты тихо, здесь? Не подходи. Я в домику. Ё-моё, ты... Она меня убила, вы видели? Вот осторожно, я же кто говорил, смотрите под ноги. Тихо. Кто мой лук забрал уже? Ты так восстановилась быстро. Круто. Круто или круто, не круто? Круто и стрёмно одновременно, ты знаешь? Жесть просто. Слушайте, они же в дом это... могут заползти. Так как? У нас же здесь кроме... Правда, окон нету, ну да ладно. Ну вот. Ну ты надо как, отошёл немного, ну? Да нормально, я всё. Больше такого не было? Нет, всё хорошо. Так, это всё прекрасно. На самолёте мы были, там ничего. Хоть бы какая-то рация была, сигнальная ракета, что-нибудь. Это же невыносимо просто. Так, я не знаю, что там нужно сделать, что-то. Да ничего не нужно делать, что ты хочешь сделать? Не знаю, как... Что? Ты... Что случилось? Чё за магия, блин? Я же только что там стоял. Так я, что такое? Так я же только что там был. Я вообще ничего не поняла. Да я видел, ты строил дом. Конечно, ты не понял, там, ты вообще на там. Месте была. Да нет, это что ты что делаешь? Такое? Ты что за носорог какой-то? Это крыльцо. Так хватит уже, ладно. Это вам показалось, что вы это вот придумаете? Что показалось? Ну что вы там двигаетесь. Воу! О, еще и воу! Дождь. Ты где ты опять, ч... ну? Да вот и здесь! Ты ж... Что да... же это такое, ну? Так, мне это не нравится вообще. Вообще-то слушайте, да, ребят, не особо. Еда есть у вас какая-нибудь? Вик, ты где вообще? Аккуратненько там. Ух ты, как я испугался. Сзади за тобой просто ты появился где? И всё. Фу.
Что, идем? Что за... Идет. Что за... Почему? Что за перемещения такие? Не знаю. Это... О, тихо, тихо, посмотрите. Тихо. Только Вик. Не идите туда, я вас очень Вик! Прошу. А что это за кнопка? Ты какая кнопка? Не трогаешь. Посмотрите. Что за кнопка? Воу. Что это за... Давайте нажмем. Нет, не нажимай. Может, это сигнальная какая-то кнопка? Уходите, я попробую по ней выстрелить, а вдруг получится. Да? Ну, давай. Давай попробуем. Может, какой-то, не попал? Знаю. Попал? Ты попал? Или не попал? Ну, ты, ну, ну ничего не произошло, да. Вот это я снайпер, ладно. Не хочу я туда. А так, можно я нажму? Давайте как-то будем думать, как отсюда выбираться. Давайте что-то... Да ты не трогай. Костер, а сигнал, что, ничего не что-нибудь. Произойдет все равно. Воу, отойди, отойди, отойди! Уходите, быстро уходите. Вы что наделали? Это не я! Забирать. Забирайте хотя бы железо, ну. Ура! Забираем железо тогда. Ну что мы с него сделаем-то? Что мы сделаем? Мы сейчас все сделаем. Это же, ну, пришлось, конечно... Так значит, ты аккуратненько, вот тут какой-то паук, блин, серьезный стоит вообще. Или это что такое вообще? Вот, вот я тоже смотрела. Что это такое? Это такой свинопух? Свинопух. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нет! А! Ты что сделал? Беги! Отойди! Отбиваю! О! Ты убил его? Убил? Да. Жесть! Кто ты сейчас? Паучара какой огромный! Жирные пауки! Ты куда? Иди я сюда! Иди сюда! Что там? А! Ты откуда появился вообще? Где так, я иду обратно, все. О, впусти! Пусти погреться. А я меня. Пусти иди сюда, меня. Иди сюда, заходи, заходи. Итак, что у кого есть, кто что насобирал полезного? Так. 16 железных блоков. Вы как хотите, а я себе делаю броню. Да. Держи. Хоть какую-нибудь тебе. Железки, сейчас клепаю себе что-то человеческое. У вас есть железка, да? Хватит да, всего? Да. Все есть. Отлично. Так. Палочки. Есть. Ребятки, ночь. Подождите, я еще не одел. Ноченька. Так, ну пока все тихо, пока все нормально. Так. Вот тебе держи. Я здесь дежурю. Пока смотрю, пока все тихо. Ты смотри там на змею, не нарвись. Да нормально, все нормально. Так. Эй, Вика, я же тебе... Ты где? Вик. Я... Ой, а че я на улице? И че ты че возле меня? Ты где, заходи, народ? Я не знаю, она просто переместилась ко мне. Да не может быть такого, как-то так получилось. Да я серьезно говорю, я просто стоял, ничего не делал. Я тебе сапожки хотел дать, смотрю, уже никого нету. Давай сапожечки. А, уже вот ждал. Это что было? Это какая-то мистика, это народ. Слушай, что-то как-то подозрительно все к тебе перемещаются, ну. Ты как магнит, что ли? То есть ко мне, я ничего не делал, я вам говорил. Че ты на меня так смотришь? Серьёзно? Если я выйду, я тоже куда-то перемещусь? Я сплю, ребят. Нет, ты нормально себе стоишь. Ярик, иди отдохни. У тебя явно что-то было не так. Может, это с нами со всеми Так, тихо, ребята. Есть проблемка. Зеленая, огромная, какая? Квадратная проблемка. Ого. Это не проблемка. Уходи. Я не взялись. Так и где? О, осторожно. Ой-ой-ой, а чё их здесь столько много? Сейчас, всё нормально. Ой, что за безумное место? Это нормально, я уже привык. Уйди, зелёный мерзкий, я теперь вся... Фу. Нет, тихо, не заходите домой, ни в коем случае не заходите домой. Тихо. О, нет. Тихо, сейчас, подожди. Нет, вот это нехорошо, вот это вообще нехорошо. Вообще никак что нехорошо. Что это вообще такое? Да сколько же можно? Да подожди. О! Курицу не трогай. Не трогай курицу. Где он? Подожди. Да завалите курицу, будет нам мясо. Подожди. Нет, только не взрывайся. Вика, отойди. Давай. Есть. Он.
Уходи! Нет, нет, нет! Нет, 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 только не в нашем доме. Ну что это такое? Умри. А, да что такое? Это по тебе попал? Сзади! Сзади, сзади, сзади! Давай. Кто забрал мой лук вообще? Я без оружия, без любого. А, вот держи у меня запасной. Вот какой-то у меня лук есть. Вот этот мой. Так. Да блин, с едой проблемы. У вас как там с едой? Нет. Мускул. Вик, бери. Это все, что есть. Берите, кушайте, ну же. Что же с вами? Почему у меня такое чувство, что здесь мы не одни? Я не знаю, почему у вас такое. Почему у меня такое чувство, что кто-то что-то творит? Вы слышали? Что? Вы не слышали? Нет. Нет, что? А что произошло? Выстрел был. Выстрел? А что с тобой? У тебя какое-то отравление? У меня? А, уже нет, да. Да я просто ел этот гнилую плоть. Слушайте, идите лучше отдохнем, что а? Что такое? Там... Да уж, тоже неплохо было. Это... Ты... Это что-то... Ты... Что? За... Что? Что за магия? А! Ты видел? Да, я видел! Она просто в воздухе. Она висела. В воздухе висела! Вика, что с тобой? С тобой все хорошо? О, почему ты кричите? Я же спала. Да ты не опять спала. Не слышали? Ты видел? Что происходит? Ты видел, что за магия была? Она просто в воздухе была, потом переместилась, и она как бы зависла. Ты... Угу. Да я спала, что вы говорите? Я вот все это... видел тоже. Вот это да. Тоже. Ладно, давайте, наверное... Я не знаю, что мы делать будем. Мы будем что, отдыхать будем или что? Смотри, вот иди сюда. Так. Смотри прямо, видишь? Так. Глаза. Да. Где? Вижу, вот. Вот уже нету. Ничего... Уже нету. Где глаза? Кто-то там сидит. Ты не иди туда, не иди туда. Какие глаза, ребята, вы что? Почему вы здесь еще стоите на улице? Тихо, ты... Ай. Тихо, заходи. Так, я, наверное, всю ночь не буду спать. Тихо, вы что делаете? Ты тихо, ты тихо. Нечаянно. О, ты смотри! Опять? Что с ней творится? Она не может даже нормально лечь в кровать. Вик. О! Что? Сзади! О, змея. Сейчас, сзади. Сейчас. Почему я даже спать нормально не могу, как вы говорите? Да я не... Ты не ложишься в кровать. Ты как будто зависаешь. Что-то такое... Может, здесь спать нельзя? Да как нельзя? Можно, почему же нельзя? Ладно, давайте... Давайте будем... Не знаю, ну хотя бы полежим. Я не знаю, что... Ну что? Да, все нормально. Тебе что, плохо? Нет, нормально, все нормально. Да, все. Да, ложимся спать. Ложимся спать. Точно? Да. Эй. Что здесь творится? Вик, 30 минут! 30 минут до вылета самолета! Быстренько забери все вещи. Так, все, ноутбук. Вроде бы все. Шляпу взял. Так, все? Да, вроде бы все, да. Так, ты все повыключала? Да. Да, газ отключила, все четко? Да, выходи уже, давай. Да, все, бегу, иди садись в машинку. Так, я закрыл, так, здесь двери закрыты. Да, все, отлично, погнали. Нас ждет еще Фредик в аэропорту. Да, кстати, да, точно. Да, ну что, ты готова? Да, конечно. Давай, погнали, будем лететь далеко.